Сегодня я хочу рассказать вам про замечательную такую серию, серия The Line. Хочу остановиться более подробно, особенно на двух продуктах. Это увлажняющее суфле для бритья. Код у него 2570, цена 299 рублей. Он у нас идет как новинка. И тоник после бритья и депиляции. Цена 199 рублей, артикул 2573. Ну давайте мы с вами посмотрим, как же выглядит вот это вот увлажняющее суфле. Оно безумно красиво выглядит, вот посмотрите, у него такой прям вот консистенция суфле. Очень хорошо распределяется на коже, очень ровненько, таким прям хорошим таким слоем. Даже если вы тоненьким слоем наносите, оно все равно ложится тоненьким слоем, и очень хорошо бритва по нему скользит. И вы знаете, остается очень приятный запах. После бритья ощущение чистоты, такой шлейф. И я очень довольна, прямо рекомендую вот это вот средство для тех, кто дома делает себе депиляцию. И обязательно к нему же приобретите вот этот тоник после бритья и депиляции, который препятствует врастанию волос. Использовать тоник нужно на второй день после депиляции, не сразу, как только вы побрили, да, например, а на второй день и в течение 10-15 дней ежедневно. То есть это получается такой курс для того, чтобы препятствовать врастанию волос. Запах такой же потрясающий, тоже такой же приятный, запах жасмина, запах цветов. И обратите внимание, в каталоге номер 4 представлен набор, который вы можете приобрести по суперцене. Это тоник после бритья и депиляции и гель для бритья. То есть гель тоже прекрасно работает, тоже очень хорошее от него скольжение, но мне показался ближе как раз вот суфле для бритья. И стоимость у набора тоника и геля 279 рублей сейчас в четвертом каталоге.